Всем привет. Как я писал, у меня недовключается коробка передач. Сергей посоветовал отрегулировать электронный селектор. Так, ну для этого мы снимем вот эту обшивку. Она крепится на трех болтах. Я уже снял болтик. Вот здесь был. Болтик вот здесь был. И снизу болтик. И снимаем обшивку. Так, ну вот я снял обшивку. Нижнюю сторону. Вот он сам. Регулировочный болт. Сейчас будем регулировать. Я слышу. Ну, я всегда все отмечаю перед тем, как снять. Вот я сейчас маркером отмечу. Потом буду регулировать. Ну, в общем, будем регулировать. Я его открутил чуть-чуть. Болтик. Чуть-чуть. Я вот так было. Чуть-чуть сдвинул. Закручу. Так, на табло на положении пи квадратик есть. Машину запускаем. Переключаем. Квадратик должен не пропасть. Вот квадратик есть. Машина едет назад. Ставим положение. Ну-ка, фокусация. Д. Машина едет вперед. В ходе езды, если будет опять недовключаться, напишу. Ну, вроде все. Чуть посильнее подтяну. Соберу, поставлю панель. И все, как говорится. Всем спасибо. До свидания.